Запись для истории. Сейчас нахожусь в Троицком храме Покрова Пресвятой Богородицы, владычицы нашей. Сейчас слез с лесов. Сейчас покажу. Такие высокие леса под потолок. Там запенивали и заделали дырку, потому что здесь будет натяжной потолок. Вот. И там потом, чтобы дырки не было, заделали. Вот такой замечательный храм в хуторе Белом. Очень тихенькая, спокойненькая станичка. Хуторочек, правильно сказать. Вот здесь и трудимся. Царице Небесной угождая. Аминь.